Буду позже, интересно посмотреть. Они между собой не встречались на этом турнире. Вот. Они, по-моему, давно встречались на Злотом в Польше. Несколько лет назад это было. И после этого я не помню, чтобы они встречались. И сейчас будет очень интересно, что поменялось за это время. Так, смотри. Так, ожидание, внимание, просто даже молчу, говорить не хочу. Дмитрий Силаев подтверждает, что он неспроста так легко победил Фарида.